Привет, это снова я, узнали? Ну, как бы вот. Это помада Кико Милана, предуроченная к юбилею Кико Милана, видимо, 20-летию. Into the Dark называется коллекция Metallic Lip Color. Номер 04. Как называется? Просто номер 04. Что хочу сказать. Цвет красивущий. Темно-синий, с какими-то блестками, переливами, прям вообще огонь. Но он плешивит, то есть наносить его лучше, и стирает сам себя. То есть первый слой я нанесла, высушила, второй слой, когда наносила, он уже стирал первый. Поэтому лучше второй слой наносить, типа тык-тык-тык-тык-тык-тык, вот так вот. Еще что. Стойкость, ну вот так он отпечатывается только, когда на слизистую попадает. Но! Как бы, ребят, я такого еще не видела, чтобы вот так вот на воду реагировала. Или у меня слюна какая-то радиоактивная, но я несколько раз обрезала губы, а потом поняла, что у меня вся ротовая полость синяя. Купила я ее по распродаже вместе с заказом с другим из Кика. В общем, ну, я даже не знаю. Наверное, для фотосессии она изгодится, потому что, ну, правда, смотрите, как... переливы. Особенно если ее нанести, а потом сверху еще какой-нибудь хайлайтер синий, она прям будет волшебная. Может, ее даже попробовать на глаза нанести, я не знаю, но прям по улице ходить, сушит губы 10 из 10. Вот так делать неприятно, и она начинает скатываться. Смотрите. Видите, у меня уже вот здесь вот откаталась. А я ее нанесла, ну, минут 5 назад. Видите, вся. Так что, в общем, для фотосессии рекомендую, а для носки каждый день в школу, в церковь и в профсоюз нет. Нет, нет. Но цвет красивый.